Встречает сталкер своего старого друга, а тут помятый весь, фингал под глазом. Петя, что с тобой? Да, слушаю блин. Тебя. Напали, побили, деньги отобрали. Привет, брат. Удачи хоть. Тебе. А чё её запоминать? Жену-то. Ты даёшь. Здоров. А если кто думает, что Флинт лапшу двигает, так пусть к любому на базе подкатит и спросит, кто такой есть Флинт. Охотнички одни как-то встретили, и давай сразу. Флинт, помоги. Ой, да без тебя ж никак. Хотели, понимаешь, химеру завалить, но пришлось показать высоту полета. Я, как всегда, прямиком в логово. Одного только возле входа поставил. Пасти, когда химера вернется, мне сигнал дать. А он под утро заснул и химеру провтыкал. Только ее жопу увидел, сразу сдрыснул. Пришлось самому отбиваться. Ну и отбился, как видите. В общем, выкладывай. Что скажешь, брат? А, здравствуй, мэн. Легкой дороги. Ну, здорово. Здравствуй, Сталк. До встречи, сталкер. Здравствуй, сталкер. Могут еще нагрянуть. Никому не расходиться.
Не, мы еще посидим. Погоди. Гранату тебе в жбан! Все, дышим глубже. Ударим его! Все, лег!
меня слышит. Приближается выброс. Срочно ищите надежное убежище.
А теперь выпьем за доблестный экспедицион. В общем, выкладывай. Призванный надрать задницу отбросом общества. Ну рассказывай, я весь внимание. Плохо! Хорошо сказал. Вспомните лучше, как ваш доблестный отряд на коленях перед нами ползал, когда Наянов просился перед выбросом. В общем, выкладывай. Заходи, мы. Ну, попутного ветра. А, привет. Как дела?
Здоров. Thank you.
Как дела, охотничьи? Подходи, брат. Покедова! Здоров, это Зверобой. Ко мне только что охотник один заходил. Так он прошлой ночью химеру видел. Судя по описанию, ту самую. Как сможешь, загляни ко мне. Дело важное. Чего тебе? Ну, привет. Слушаю тебя. Здоров. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуй. Удачи тебе! А. Ага, так это ты, значит, спец по норам? Ха! Ладно, ладно, не переживай. Ребята все толковые и надежные, с мутантами быстро разберутся. Не балуй! Оружие!
последний. Иди, мы прикроем вход. Контролер! Осторожно! Раскалывается. Ох ты ж ёпсель! Так, надо валить отсюда и поскорее. Слушаю тебя. А, подходите. Здравствуйте, здравствуйте. Привет. Пока.
ты как? Опа! Шухеру я! И чё у нас тут? Ныгайся, пацаны! И чё у нас тут? Блин, на кармане в натуре коля. Хера! Thank you.
летчик, падла! Thank you.
Два тела, похоже, погибли при касании. Ничего ценного, все вынесли. Информация с бортового компьютера удалена. Но черный ящик уцелел. Думаю, нормальный техник сможет вытащить из него информацию. Thank you.
здравствуй. А, здравствуй. Подходить. Всегда рад видеть нового человека в нашем бункере. Удачи тебе! Парни, все делаем в темпе. Чем раньше закончим, тем целее будем. Замер пошел. Уровень альфа, бета и гамма излучения замерен. Электромагнитное поле сканируется. Сканирование электромагнитного поля закончено. Акустические данные зафиксированы по двум диапазонам. Акустические данные по всем диапазонам получены. Еще чуть-чуть. С измерением торсионного поля почти все. Сканирование торсионного поля закончено. Так, с работой здесь все. Пора выбираться. Хоть к чертовой бабушке, но выбираться.
Не, так разговора не будет. Ты оружие. Парни, все делаем в темпе. Чем раньше закончим, тем целее будем. Замер пошел! Уровень альфа, бета и гамма излучения замерен. Электромагнитное поле сканируется. Сканирование электромагнитного поля закончено. Акустические данные зафиксированы по двум диапазонам. Акустические данные по всем диапазонам получены. Еще чуть-чуть. С измерением торсионного поля почти все. Так, с работой здесь все. Пора выбираться. Хоть к чертовой бабушке, но выбираться. Сначала оружие прибери, а то какой разговор... Здравствуйте, здравствуйте.
необходимо спрятать оружие у входа в научно-исследовательский комплекс. Не спать, people! Могут еще нагрянуть! Вот и все! Дышим глубже! Ой, а чё ты такой воинственный? Здорово, что у тебя выходит, да? Бай! В общем, выкладывай. А, здравствуй, мой. Легкой дороги. Блин, сплошные. Ну рассказывай, я весь внимание. Здоров. Слушаю тебя. Плохо! Ты заглядывай, тут весело бывает. А, привет.
Бывай!